уважаемые члены жюри, вам нужно сделать выбор в пользу самой лучшей команды, выбрать лучшую актрису фестиваля, лучшего актера фестиваля. Итак, а пока наше жюри совещается, небольшой сюрприз от команды КВН «Сахар». Давайте громкими аплодисментами встречаем участников областной школьной лиги КВН Челябинской области. Команда КВН «Сахар». Да, и много информации о команде. В этом году в команду КВН «Сахар» прибыло 4 новоиспеченных участников 2 класса. Ребята уже выступили на 3 играх, и 5 мая будет проходить финальная игра школьной лиги КВН. Поэтому все желающие, вы можете тоже поддержать нашу команду. Ну что же, команда готова, и давайте еще раз громкие аплодисменты. Так, это что за детский сад? Вообще-то, мы команда КВН «Сахар», мама. Нет, это мы команда КВН «Сахар», а вы мама отсюда. Нет, мы остаемся здесь, а если вас что-то не устраивает, уходите. А у вас кто здесь главный? Ну, я так и думал. А у нас главный свой. Встречайте, президент школы номер 13, Егозин Егор Евгеньевич. Егор Евгеньевич, с тех пор, как Егор стал президентом, в нашей школе многое изменилось. Вот, например, команда обновилась. Кстати, как? Да, ребята, придумал свои законы, вот послушайте. Никто не должен бегать по коридорам быстрее меня. Егозин. Не проголосовал за меня? Переводись. Егозин. Хамишь учителям? Обращайся. Подскажу пару словечек. Егозин. Ребята, а вам нравится наш школьный звонок? Нет. Тогда смените его на прикольную мелодию. Звоните 0975. Егозин. Егор, ты лучше покажи нам что-нибудь хорошее. Хорошее? И что это? Жаль, душу-то не видно. Ха-ха-ха. Кто это сказал? О! Эй, что меня вытолкнули? Будь поближе к власти, Артём, потом договоримся. Ребят, давайте не будем ссориться и начнем. Давайте посмотрим, над кем можно больше смеяться. Сахар, поехали! Недавно к нам приезжал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. А вот так мы его провожали. До свидания! До свидания! Кажется, улетел. Так, ты не свежий слой асфальта с дороги убери. Ага. Ты не байдер погоду расклей. Ага. А ты не лампочки с фонарей выкрути, а обратно в подъезд крути. Хорошо. А то жильцы уже жалуются. А мы хотим представить вам наши динамовские карапульки. Случай в метро. После хорошего рабочего дня можно и расслабиться. Слушай, в тренажерном зале. Давай, 98. Ну, еще
записывать рекорды. Я начну считать не с 98, а с 96. Давным-давно многие дети и даже взрослые закапывали свои секретики под стеклышко. Итак, представим один из таких случаев. Когда я вырасту, я стану президентом. Дональд, тогда кушать. Кря. Представьте, экзамен в Средневековье. Следующий. Скажите, в каком году отменили крепостное право? В 1761 году. Нет, неправильный ответ. Вот правильный ответ. Казнить. А сейчас представьте, стриптизер и неудачник. Представьте, слушай на заводе. Эй, ты почему за мной повторяешь? Мы это только что хотели показать. Вообще-то наша очередь. Младшим надо уступать. Уступать надо старшим. Не огрызайся. Так, я сейчас все твоему учителю расскажу. А знаешь, что с ябедами делают? Так, все, ребят, мне это надоело, идите сюда. Ну и как вы думаете, над кем здесь больше всего смеялись? Ха, что тут думать, конечно, над нами. Это почему? Тимур, ты уже 2 года в КВН, а шутить не научился. Не понял. Извини, татарский словарь дома забыл. Настя, скажи им что-нибудь, а? Так, ребят, вы не можете быть сахаром. Вы на нас даже не похожи. Похожи. Я Тимур, и я татарин. Та-та-та-та-та. А я, Настя, я объявляю. А я, Андрей, буду стулья выносить. А... Ты кто? А ты кто? Ой, Тимур. А они такие прикольные. Так все, мы берем их команду. Егор, можно? Да. Ну, раз можно, то пора заканчивать. Так мало? Хорошего, помаленьку. Команда КВН-сар. Рахмет.